Головку надо, да, прятать. И на одно плечо попробуй. Кувыркнуться на одно плечо, да, и на другое. Молодец. Ты решил и кувырки, и по кругу. Данила, тоже давай с кувырочков, размяться, турники. Потом плечи хорошо сегодня разминайте. Сегодня будем, да, выходы и заходы делать. Капитанские, офицерские, матросские, десантные и прочие разные. А русские есть? Русские, конечно, есть русские, есть не русские. Но нам надо русские, да, интересно. Потому что русские это светлые выходы, добрые, хорошие, красивые. Но они же все а белорусские есть? И украинские, все славянские. Есть и китайские. Ну, китайские выходы, они такие, мне кажется, желтоватенькие немножко. Негритовские выходы черноватенькие. Ну, понятно. Тут ясно, да, про что? Оттенок каков? Азербайджанские выходы есть? Ну, наверное. Это если исполняет принадлежности народности азербайджанец, то он делает азербайджанский выход. Да и по-любому, если немец он... А если он еще не мой немец, то по-любому 100% будет выход немецкий. Ну, не мой немец. Ну, не мой. Ну, не мой, не в том плане не мой чужой, а не мой не говорящий. А почему? Почему так? Да просто так. Так бывает, так бывает. Ага, все-таки ты за... Данила, парни, ну сделайте вы кувырочки, колесо. Я дома на кувыркался. А? Дома на кувыркался. А колесо на одной руке осилишь? А покрасивше? Я знаю, а Данилу? Ну вот интереснее. Вот сделай 10 раз в одну и в другую сторону. Смотри, какая штука, посмотри на Мишу. Он ноги захлестывает, смотри внимательно. Он ноги прям быстрее делает. Хоп, да. То есть перекидывай тоже ноги. Попробуй, и ножки прямо, Данилу, сделай. Как будто удар ты делаешь, да. Аккуратно. Ай! Не, на эту руку не получается. Вот, поделайте, потом стойка на одной руке будет. Ну да, но только задай вот эту ногу, задняя нога, которая идет в колесо, ей, фух, крутани. Тоже вертухан, Данил. Вот надо было правой ногой крутить, вот крутани давай, вертухан, с колеса. Миш, аккуратнее. С колеса. А с колеса ты не то. Хорош, ты что, вообще какой-то вил, когда здесь, например, он делает с колеса, перекручивает раз, два, три, а из этого, когда колеса делаешь, подпрыгивает, бам, ногой еще делает. Да во, видишь, сразу разминочка, хорошо. Все, парни, не это, не хулиганьте, не отвлекайте. Сейчас я приду. Возьму попить. Попробую сделать рандат на одной руке. Здрасте. Рандат на одной руке. Ну сейчас у тебя получилось как бы проходить. Сейчас у тебя колесо. Рандат это получается, тебе надо спиной делать вперед. Здесь нельзя. В прямом смысле. Да, тебе надо начинать лицом вперед, а перепрыгиваешь, когда ты спиной поворачиваешь. Сделай на двух сначала рандат. Аккуратно. Все, парни, разминаемся хорошо, разогреваемся. Плечи, руки, ноги, спины. Делаем все. Большой брат за нами наблюдает. Большой брат и маленькая сестра за нами наблюдают. Все делаем. Диман, как самочувствие? Руки, ноги болят? Да. Да? Ну а что тогда, как же будем делать, если все болит? Будет. Осилим? Артемий? Да. Руки-ноги болят? Нет. Молодец. Ну, как бы нет, это тоже под вопросом, значит, надо сегодня, чтобы заболели. Выслав. А теперь можно болеть? Болят? Но будут болеть еще больше, это хорошо. Можно еще? Да, все, занимайтесь. Разрешается, вот турники, разрешается полосу препятствий проходить. Если кто хочет, да, можете полосу препятствий, Данила, с подпрыжками, с перепрыжками. Все, только, пожалуйста, аккуратнее. По опасным этапам полосы препятствий разложите матик. Сейчас я буду. Вот это значит самое опасное. Как вам новый брат? Какой? Какой не вышел ничего. Смотрите, можно сегодня. Ну, он довольно-таки странный, это какая-то смесь нитки и какого-то тяжеловеса. Блин, вы что я как сегодня в люку упал, я думаю, прийти. Нет, я не в указке, знаешь, как. Я, короче, иду, я уже на локарь так пришел, под меня повторяет. Ну, это, короче, сейчас было. И плюешь, там вот висеть, типа, он перед огнем. Внизу там шипы вот такие вот. Ну, нормально. И знаешь, там даже не заметно, там тоже была.
Ты не в форме. Ты с глазами. Я уже. Университет закончил. Пенсия. Где на пенсии? А ты еще в этом подобном. Я проходила куда пирога. Вообще можно на это. Ну, нет, ну вот это. А, вот это. Ну или тот, тот еще и можешь помочь. А где вытяжки на пальцах висеть? И выкладывают на канал, а сам он не смотрит их. Мы сегодня хотели найти, как он лицом под щечки. Спина упал. Ой, какая машина! Я вот так, мне вот так вот трудно, вот так вот могу. Сегодня бесплатно на горячем дают. Конечно. Пойдёшь к воротам? Да. Я это могу. Не, вот тут. Ну что? Просто так. В магазин такой же? Наверное. Я чилю. Я забрал. Ничего не сделал. Лимон. А. Бесплатно на горячем стоит, да? А я его забрал? Нет. Моему младшему брату были не было. А мне тут нет бесплатного. Блин, да всё. Это что? Лимон, как это? У тебя есть какая-нибудь хлеба? Зенди и Сэнди. Ладно, Сэнди и Ангер. А у меня хромик один есть. Бас и этот, спайк. Бас и спайк у меня. Вот. Что, родной его туда положил, чтобы он? У тебя какой уровень рабов класса? Я так вот намазал. У меня 60. У меня пловый там рабов класса. Я уже этот последний скин забрал на базу давно. В смысле? Мне обновить? Да, обновить надо. Можно давать на порядок. Не обновил, не забрал. А что, сегодня эш, что ли?
нет. Ну, через 4 дня я еще ходил. Все, понял. Сегодня-завтра конец целого линии. Что за сила? Как? Я все равно я еще даже нет, не сыграл эту игру, что ли? А у тебя сколько кубков? 18. А у тебя лет на скольких как было? А я ее чуть не рапал, потому что это ранка. У меня все остальные на глазах кровь. Ну почти. У тебя это лего на скольких? На скольких кубках не было? На лего. На первое вроде на 15 на 14 светит. А мне на 3. На, короче говоря, ну, никому не выпало из подарочного мигачка. У меня 7 предметов, и там Амбер, мы орали на всю Россию. А. На весь джим. Я тот подарок мне еще забрать не смог. Когда я сервера красуюсь. А. Дай сказать. А у меня на 1000... На 1000... А, если в этот... Нас просто, друзья мои, разгибатели спинные, животные, ручные не очень хорошо действуют. А хочется, чтобы хорошо действовали. Сколько раз просили, пошли уже полосу? Или вы полосу не ходите? Элементы из полосы. Элементы из полосы. Ну давайте, начинайте полосу препятствий проходить. 4-8 раз. 4-8. Да, 4-8 раз. Кто помнит? Все помнят? Или кто помнит? Я помню. Вот сначала кто-то начинает, она зависит туда, потом пройти. Да. Мишань, показывай. Другой может с другого. Кто-то может. Артем, ты можешь начать полосу препятствий со столба. Или Данил, ты можешь начать препятствие из турника от перепрыгивания. С любой точки начинайте, чтобы не мешаться, по кругу пошли. Да, да, да. Молодцы, самостоятельные молодцы. Самостоятельные. Здесь можно, да, вот здесь, да, Данил, здесь можно сосок сделать на маленьком турничке. Залезаешь на него, на маленький, вот где ты сейчас был только что. Я понял. А, например, простой турник. Столб залез, пишешь? А? Столб залез? Сейчас залезай. Давай, столб залезай. Столб залез, там один раз подтянулся. Иди с простой переворотик делаешь, любой простой переворотик, элементик делаешь, и соскок, можешь и с тобой соскочить, конечно. Мишаня, там на полу, кувырок, колесо, кувырок. Давай, давай, не задерживай, Диман, конечно, очень. Кувырок, колесо, кувырочек. Да, и потом запрыгиваешь на этот турник и из него перепрыгиваешь, да, да, молодец. Топорик тоже начинаем уже делать, соскоки стараемся делать. На, ну, уже на такой, на твердой поверхности. Сегодня будем еще, наверное, порепетируем немножко каскадерское. Каскадерский подход. А можно спросить, а когда вы уедете в Москву? Просто заранее знаете. На сентябрь. Просто мы сегодня с Артемом угадали. Было, должно было 28-го, но сейчас ориентир, да. Но в любом случае у вас будет кто... Это я буду на один день всего лишь. А так на 11 сентября перенесло, на день трезвости, да. Опять, это все под вопросом, пока в ожидании ответов, звонков. Сергей Сергеевич сегодня приедет, если вы его дождетесь, то узнаем все вместе. Или Артем Станиславович. Я пока сам в неведении. Данил, ну-ка прицель оттуда, вот она смотрит на тебя, примерно должно быть, вот в ту сторону досмотреть. Еще сюда. Еще повернуть? Еще, еще. Вот надо, чтобы она вот сюда, в столбе была. Вот, еще, вот. Еще. Еще? Еще. Смотри, еще чуть-чуть. Да, и чуть-чуть вниз. Она... А, нет, вверх. Вверх? Да, думаю, вот так хорошо. Нормально. Повыше? Да. Да, вот так. Надо просто как-нибудь, чтобы сравнили, что на видео получается, и сказали, Сергей Геннадьевич, плохо повесил камеру. Тебе надо в ту сторону косить. Надо еще сюда. Блин, да ё-моё. Давай, пусть пока так, сейчас я запишу быстро и всё сделаю. Давай, сам запомнил, сейчас сам настрою. Настроишь, только аккуратно. Ну да, да, наверное, сильно. Не сделай, давай, молодец. Так, парни, не отвлекаемся, не отвлекаемся, пожалуйста. Сегодня надо максимально загрузиться. Размяться. Вверх надо еще. Там, видишь, крепление уже плохо держит, она болтается. Да? Ну, нормально все. Нет, турники все хорошо, на камеру. Молодец, Гладян.
один разок подтянулся, да, спускаешься, кувырок, колесо, кувырок. Туда, в зеленый пол. Миша, аккуратнее. Кувырок, колесо, кувырок. И после парку. А, сначала колесо, кувырок, колесо. Молодец, да, пусти. Теперь делай кувырочек вперед, любой. Нет, нет, не в стенку. И в ту сторону колесо. Давай. А теперь вот прям который турник есть, с разбега на него запрыгиваешь издалека. И надо раскачаться, перелететь вот на эти турник. Помнишь вот такой момент, когда он прыгнул? Это не опасно. Очень опасно, 100%. Давай, аккуратно кладем. Ближе с края надо вот сюда, на уголок перепрыгивать. Раскачайся, мах ногами, через мах ногами и прям в сторону запрыгивай аккуратненько. Оп, допустим, перелезай, не надо без ног, перелезай на руках до турника. Вот перелезай вот на этот, вот на этот турник. Сергей Геннадьевич, а можно даже попробовать? Да. Что? Можно даже попробовать? Да, но ты должен пройти полосу препятствий, до этого этапа дойти. Пожалуйста, Дим, не срывай этапы, проходи по часам. Ну где ты закончил? На кольцах? На кольцах вроде бы хорошо. Все, давай дальше. Видишь, покажи, что надо делать на кольцах, на лестнике. Данил, вот что, на лестнике надо, Дим, смотри. Данил сейчас проходит вперед на рукоходе. Потом возвращается спиной назад. Спиной назад. А теперь на руках он идет по кольцу, по деревяшкам и по кольцу. На руках ему надо пролезть, да. Ну, не по земле, а надо было по воздуху пролезть. Теперь это делается, да, стол. Там один раз наверху подтягивается. Молодец, ножками контролируй, молодец, спускайся потихонечку. Можно спустить. Теперь кувырок, колесо, кувырок. Кувырочек, колесо делаешь в правую сторону, молодец. Делаешь кувырочек, теперь с разбега на перекладину и дальше не слазь. Все ты знаешь. Прям раз, бам, и перелетел. Аккуратно. Оп, молодец. Надо было не спрыгнуть, а зацепиться там, проползти до этого турника, залезть на него и с этого турника сделать заслуживание. Ну, нормально. Парни по 8 раз, на 10 раз проходили до слез, до усер. Сергей Геннадьевич, не можем больше. Я говорю, парни, надо дойти. Че, Миша? А ты попроси ребят подстраховать. Что там? Вот покажи, как надо страховать. У Артема не получилось. Да, почему-то. Артем, что там? Почему у тебя не получилось на стол залезть? Нельзя сдаваться, братан. Не отступать, не сдаваться. Мишка, четыре. Надо от 4 до 8 раз. Парни, как вот страховка на стол, чтобы Артем залез? Миша, покажи, чтобы Артем залез. Как я ручки вам помогал? Я ставил руку, Артем, смотри на меня. Я ставил руку под низ. Вот, Миш, залезь сейчас наверх, а другой поставьте руку под его ногами, чтобы он мог ступней двигаться. Зацепи столб рукой. Столб рукой зацепи. Упор ногами он делает. Ты руку выше свою поднимай. Чтобы он руку выше поднимай. Помоги ему сейчас, помоги Артему, Диму. Помоги Артему. Дим, слезь. О, Миш, слезь. Помоги Артему. Одной рукой можно делать. Одной рукой, упор. Еще ручку поднимай выше. И ушел, взял. Миш, помогай Артему. Надо всем залезть до верха и подтянуться. Ручку ставил, упор. Упор в руки. Крепче держи руками, Миш. Крепче, конечно, Артем, залезай. Данил, или ты, Артем, помоги. Надо залезть наверх. Что тебе помочь? Надо, чтобы упор ногами тебе в руки сделал. Рукой, схвати одной рукой стол. Одной рукой хватит. Данил, одной рукой хватит. Данил. Одной рукой достаточно будет держать, одной рукой схвати стол. Ниже, чтобы он ногами уперся, да. Он запрыгивает, упор ногами. Ступнями упирайся в руку ему. Ступнями в руку упрись. Ступнями упрись в руку. Наступи ногой прям на руку, конечно. Есть, поднимай, ты руку поднимай выше. Нет, есть. Да, поднимай. Вот, подтягивай, делай, подтягивай. Машина. Подтягивай, ногами за стол держись. Молодец, слезай по столу. Красавчик. Молодец. Нет, теперь Артём, кувырок, колесо, кувырок. Потом надо Миша, потом Дима. Не-не-не, Дима, не убегай. Тебе там надо. Блин, ребята, угостите кто-нибудь ручкой. Скажите, я вспомню, что эта ручка кончилась. Давай, зацепим. Конечно, скользят, а как? Подтягивайся, залез. Нет, не так, подтягивайся. Нет, за два турника. Да.
Давай. Страхуй, страхуй. Да не страхуй его, страхуй, страхуй. Подтягивайся. Подтягивайся. Давай, второй ручкой хватайся. Подними выше на столбе. Хватайся второй рукой. У меня рука полная. Ну а куда деваться? Кувырок, колесо, кувырок. Давай, Думан. Дайте, пожалуйста, свою девушку, ребята. Сейчас вам глаз даст. У нас здесь много. Сейчас нам глаз всем даст сейчас. Если вы прошли полностью 4 или 8 раз полосу препятствий, начинаете делать выпрыги на полу, или выпрыги на ногах, либо выпрыги на руках, стойка лежа, либо стоечка возле стены. Тима, ты что-то слишком это, ты сократил полосу препятствий, тебе надо было после столба сделать кувырок, колесо, кувырок. Залезть на этот турник. Я вот я сейчас говорю, после столба ты делаешь колесо, кувырок, колесо. Вот как Данила делает, беги туда. Надо потренироваться. Надо попробовать. Ловян сам залез, молодец. Попробуй, кувырочек, колесо, кувырок. Миш, покажи, пожалуйста, как надо делать колесо, кувырок, колесо. Аккуратно. Колесо, смотри, как колесо. Пусть он сейчас делает кувырочек, теперь ты колесо. Только медленно покажи, да? Молодец, видишь, практически получилось. Аккуратно, друг друга не ударить. Теперь кувырок. Теперь кувырок, колесо, кувырок, колесо, кувырок. Теперь запрыгиваешь на этот турничок, который перед тобой. Запрыгивай на него. Вот, молодец. И надо перелезть на этот турник, который рядом с тобой слева от тебя. Попробуй, одной ручкой и другой прям, по очередности ручкой. Вот давай, давай, молодец. Блин, я отвалился. Что, ударил палец? Выше этого и ударил. Ну, бывает, все, я думаю, ударяются. Не-не-не, ты ползи теперь по этому турнику, на котором ты перепрыгнул. Ползи по нему, давай, давай. Сейчас, ты уже перепрыгнул. Я хочу сейчас еще раз. Давай, хорошо. Смотри на Влада, как он делает. Сейчас он тебе покажет. По этому турничку запрыгнул, переполз на этот турничок, сделал простой выход, простой соскок и пошел дальше. Диман, ты вообще не смотришь, да? Данил,
Расскажи Диме, что сейчас произошло. Давай. Он бы тебя снес. Он тебя сбил. Он готовился прыгнуть, но хорошо остановился. А ты пошел, не глядя. Давайте, доделывайте последний круг. Диманя, будь бдителен, братан. Потому что нечаянно рукой затянул, так больно это очень больно. Не по глазам, по руке, не по голове. Ты же потом сам переживать. Зачем рискуешь, братан? Блин, Димон. Не рискуй. Давай. Оп! И давай раскачечка, мах ногами вперед, делай мах ногами. И прыгай сюда. Давай. О, практически. Все, парни, кто доделал, готовьте сейчас разбиться. А? Ну, попить, умыться в туалет, да? 5 минут, и потом разделяемся на пары. Дима, убери сумку оттуда, поближе к себе повесь, потому что там коридор рядом, чтобы никто нечаянно не зашел, не подумал, что это его сумка, и не забрал с собой. Да, бывает разное, да. Поэтому лучше вещи ценные туда, рядом с рюкзачками. Молодец. Держи, только выруби спину, голову и сумки. Да. А если подумать, что эта камера их не изберет? Ну, может быть и такое. Но мне кажется, вероятность этого мала, потому что такая камера в этом помещении только у нас. Не, может быть, кто-то придет, скажет, что у меня такая же камера, я возьму ее. Но тогда минус это ему будет. Как и, например, с подуманной сумкой. Нет, это не. Что, открыл уже? Нет, да. Нет. Так, Владислав, у тебя 5, Мишаня, у тебя 5. Занятий, да? У меня? А, у тебя 4, да, сбил ты меня, братан. Как всегда. Подошел, сбил меня и все. 5. Ты мне сказал 5 и 6, да? Зачем ты хитришь со мной? Вдруг я ошибусь, представляешь? А потом Артем Станиславович придет, как будто ругаться. Скажет, рисунок трогаю, все трогаю, за ним лишние приписки. Я не хочу, чтобы ругался. Теперь зачем? Так, Димарик, у тебя сегодня занятие последнее, да? Да. Дима, Артем, у тебя сегодня сколько занятий, помнишь? 5 вроде. Молодец. Джеки. Джеки что? Это лучше, чем Альпина. Джеки? Джеки Чан. А, Джеки Чан? Джеки Чан, наш армянский брат. Именно. Джека Чан. А вот попробуй на петельках сделать выход на голову вниз, а ноги вверх. Вот на петельках провиси так, поднимись, да, прям точно, а потом, может, Владян попробует. Все. Нет. На петельках будет потяжелее, потому что их будет мотылять. Каждое твое вот движение будет сказываться аккуратно, без раскачки, чтобы не улетел. Да и нет, нормально. А, потому что ногами уперся. Ты читеришь. А откуда ноги здесь? Они тут сами. Вот ты проведи вдоль веревки, не надо их. Да, вдоль веревки, Владя, голову вниз. Владян, попробуй. Да, здесь не надо раскачивать, здесь надо прям оп, и вниз и зафиксироваться. А так, конечно, ложками упереться в этом веревке. Это хорошо, вполне нормально. Там раскачиваться можно. Ножки поднимай, тоже попробуй упрись, как Данила сейчас. Ногами упрись в веревочку, да, голову вниз, голову вниз, таз вверх потяни еще, вот. Так вещам, где это рюкзак? Я пробую, не наступит, там же все вещи свои. Туда, во-первых, туда никто не ходит ногами, голову, я надеюсь, туда вы приходите, ой, тяжелым весом, туда вы приходите попить. Ну, когда, прям, где твой рюкзак, Дим? У тебя есть рюкзак? А там все. И травки, и вода. Ну и положи в рюкзак сумку. В рюкзак твой точно никто не наступит, кроме тебя. А воду поставь рядышком с рюкзаком. Ну, и у тебя будет гарантированная вот безопасность. У тебя телефон, да, там в сумке? Да, да. Вот, положи телефон в сумку, сумку да. В рюкзак. Иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце. Так и ты. Висишь, виси. Все, парни, по парам разбились. По весу вы себе так, ну значит Данила по-любому Артема берет пару, Диман с Владиславом. Поехали, по парам разбились. Первое, Димарик с Владиславом, пара туда, на зелененький пол. В общем, задача, помните, один лег на пол. Второй ноги поднимает.
Нет, отжимание первое. Один лег на пол, поднял руки вверх. Другой встает от его изголовья, у его изголовья. И отжимается на его руках. Помните как? Да. Давайте, поехали. 20 раз. Отжимание, подъем. Нет, все правильно, он лег. Все правильно, он лег. Диман, ты правильно лег? Да. У тебя с упор ему в руки идет, только тебе надо, Дима, подальше отодвинуться от стены, чтобы Владян удобно было. Давай, лег, ручка поднял, Владик уперся руками в него. Первое, он, Дима, надо, чтобы ровно, ты грудиной над его груди, да. Первое, Дим, ты опускаешь руки вниз вместе с ним, как штангу вытягиваешь. Давай, опускай руки вниз. Раз, раз, теперь Влад отжимается. Молодец. Вот так 25 раз надо сделать. Каждый из вас делает 25 раз. Поехали. А у тебя давай пресс на ножки на диван закинул и поехал пресс. А может 100 подъемов? 100 подъемов ты не вытянешь. Погоди, сейчас похоже. Попробуй 100 подъемов переворотов на маленьком турнике поехали. 10 минимум должен сделать. Давай 10 штук. А нет никого? Есть. Есть? Ну, скажи, скажи, бабу, дедуль, дайте мне абонемент месяца на три. Я контролирую. Да. Подарок нам на день. Тихо, руки держите, держи руки. Тяжело? Дим, да, тяжело? Не ложь. Ручки надо прям четко натяни. Вот смотри как. То, не-не-не, Артем, ты слишком далеко от Данила. Тебе надо над ним быть. Чтобы штанг над ним, прям вставай грудью над ним. Чего? Конечно. Вот так надо, конечно, а то слишком легко это происходит. Подъем к тебе, ты сказал, что все, не отвлекай, я записываю. Нет, подъем с переворотом. Поехали. Считаешь сам вслух. Давай, давай, ножки тяни. Тяни, конечно, ты сказал, тебя за язык ты перетянул. Либо иди с ним, давай, не отвлекай меня, пожалуйста, сейчас запишу все. Не здесь, нет. Ну ладно, делай здесь. Ладно. 100 раз ты сказал, делай 100 раз. Ну хотя бы сделай 10 раз. 10? Хотя бы 10 раз. 10. Ну давай, путь последний. Фу. Все? Да. Вы все уже что? Меняйтесь. Другой лег, другой встал. Смена, да. А если они выдерживают? Он не выдерживает меня. Ну вот. Ты дай ему возможность весом своим поиграть. Ты не сильно на него опирайся. А тем более легче на голову. Как я весь это? Блин, ну надо, Артем, надо тренироваться. Ну что? Да я не вынесу. Он тебе вес не будет сильный давать, Артем, не переживай. Да, Данил, вот так, стой, все, пробуй. Пробуй, Артем. Блин, Артем, надо пробовать, братан, ну а куда деваться, как ты сможешь? Да, большими пальцами же не останавливайся. Нет, так еще надо. Помните, да, 25 раз надо сделать, пробуйте. Так, это будет пятый. Ты что отпускаешь? Ты меня даешь. А как мне еще это делать? Так, парни, у всех по 5 занятий, кроме у Мишаньки. У Мишаньки 4 занятия. А, ну, соответственно, у Димы сегодня последнее. Как интересно получилось. С пропусками, да, у вас практически у всех сравнялись занятия одинаково. Нет, ну хорошо. С лопами же сделал раз. 9, давай, 10 раз. Это очень прикольно.
Все. Давай, делай, потом на диванчик. Не, Артем, что такое? Балуй. Давай на диванчик, беги, ножки закидывай, пошел. Парни, все.